Следующее упражнение, которое мы разберем, в двух вариантах выполняется. Первое – это паномы йоккао и панмат йоккао. Паномы – положение, когда вы большими пальцами удерживаете подбородок, для того, чтобы голова не опускалась, не смотрела вниз. То есть не путать с приветствием вай. То есть это положение рук в таком виде. Йок – вверх. Као – колено. То есть понятно по упражнению, что вы должны быстро научиться поднимать колено для защиты, для выноса удара и так далее. Также мы обращаем внимание, что наши стопы параллельно. При выносе колена мы слегка разворачиваем, сгибаем, но потом обязательно возвращаем в исходное положение. Сейчас мы продемонстрируем положение потом мы. Раз. Колено выносится в центр. Два. Стопы параллельно. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ко мне. Раз. Голень убрана под себя, пальцы вверх. Два. Голова смотрит вперед. Три. Четыре. 5. То есть вы закрываете свой центр. Не проходили. 6. 7. 8. 9. 10. Следующий вариант. Панмат йоккао. Вы начинаете с исходного положения. 1. Поднимается колено. Выносится вперед такая же рука. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То же самое сбоку. Смотрите, что напротив лба, здесь под подбородком. Локти закрывают ваш корпус. 1. Вы закрываете полностью центр, чтобы не было дыр. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.